очень перспективное приобретение или вложение. То, что мы включили, другие строительные компании обычно не включают. Это одно из важнейших мест паломничества христиан на Кипре. Позволяет инвестору дополнительно сэкономить минимум 3-4 тысячи долларов. Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Живой Кипр» Суркон Эстейт. Меня зовут Айрат. Сегодня у меня для вас рассказ об очень интересном, перспективном новом проекте в Эскеле, неподалеку от Лонг-Бич. Высокоэтажный проект с прямыми, шикарными видами на море. Поскольку сегодня мы посетим презентацию застройщика, офис который расположен в поселке Йени-Базичи, то начать наше сегодняшнее видео я решил с монастыря Святого Варнавы, который располагается за моей спиной. Это одно из важнейших мест паломничества христиан на Кипре. Святой Варнава родился в семье священников в городе Саламис неподалеку отсюда. Отучившись в Иерусалиме, он был назначен архиепископом Кипра. Однако за распространение христианства он был схвачен и казнен. Останки Варнавы были похищены его приближенными и тайно перезахоронены. Однако из-за гонений впоследствии его сторонники покинули остров. Несколько веков спустя другому епископу приснился сон, из которого он узнал о месте расположения могилы Варнавы. После проведения раскопок была обнаружена древняя могила. Таким образом было выбрано место сооружения церкви. А дело было в V веке. Впоследствии монастырь неоднократно перестраивался. Последний раз в 18 веке. До 1976 года здесь жили монахи. А с 91 года в монастыре расположился археологический музей и музей икон. Сама же могила святого Варнавы расположена в специальном мавзолее, который отдален от монастыря на 200 метров, где в пещере и были обнаружены его останки. В 12 веке после землетрясения мощи святого Варнавы были перенесены в Никосию, однако дальнейшая их судьба доподлинно неизвестна. По крайней мере, два крупных кипрских монастыря утверждают, что мощи хранятся именно у них. Обратите внимание, древние артефакты здесь на каждом шагу. Что ж, друзья, если вы планируете прилететь на Кипр, рекомендую вам посетить монастырь Святого Варнавы. Ну а нам уже пора собираться на презентацию. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Смотрите видео до конца. В конце видео будет немного полезной информации. Здравствуйте, меня зовут Александр Сурков. Я основатель компании Surcon Estate. О сложностях при приезде на новое место знаю не понаслышке, потому что сам переезжал и непосредственно работаю с клиентами. И знаю о их проблемах и болях. Именно поэтому мы с командой создали очень полезный продукт. Знакомьтесь, наш Telegram-бот. Ваш персональный помощник в адаптации на Кипре. Это интуитивный справочник. Вся полезная информация, которая пригодится вам, находясь на острове, чтобы сделать вашу жизнь здесь более комфортной и качественной. Все полезные места. Магазины, рынки, рестораны, кафе, бары, аренда автомобилей, продажа автомобилей, аренда недвижимости, продажа недвижимости. Все это уже проверено нашими клиентами и нашими сотрудниками специально для вас. Если у вас все же остались вопросы и вы что-то не нашли в боте, то вы можете обратиться к нашим администраторам. Если вы владелец бизнеса, и вы хотели бы разместить информацию о ваших услугах, о ваших товарах, которые вы предоставляете, вы можете обратиться также к нашим администраторам и бесплатно разместить информацию в нашем боте. Желаю вам комфортной адаптации на нашем острове вместе с нашим ботом. Итак, друзья, мы переместились с вами в комплекс Арчат, где располагается офис компании-застройщика. Застройщик надежный, сотрудничаем мы с ними давно. Они в более ранних проектах зарекомендовали себя как надежный застройщик, как застройщик, который уделяет большое внимание отделочным материалам, качеству строительства, дизайну, планировкам, инженерным системам. Данная компания претендует на премиальный уровень в строительстве, поэтому квартиры во всех проектах укомплектованы системами вентиляции, системами или, по крайней мере, выводами под отопление, теплыми полами в санузлах и иными приятными преимуществами перед другими строительствами. Особое внимание уделяется гарантийному и постгарантийному обслуживанию проектов. Все ранние проекты компании обслуживаются самостоятельно собственными управляющими компаниями и не передаются в управление сторонним управляющим компаниям.
смотрите, вот он, Лонг-Бич. Вот здесь вот у нас ресторан «Пьера», детские аттракционы. Вот здесь вот наш участок. Теперь непосредственно, да, локацию разобрали. Повторюсь, 450 метров до моря. Плюс еще будет шаттл, который будет отвозить прямо в центр Лонг-Бича. Непосредственно про сам проект. Будет состоять из трех блоков. Два высотных блока, два по 10. Помимо этого, вот здесь будет стоять третий блок, блок «С». Блок «С» будет невысотный, 2,5 этажа. По объектам недвижимости. В высотных блоках у нас есть квартиры только 1+1 и 2+1. Других квартир там нет. В сумме получается на лестничной площадке 4 квартиры. Никакого общежития, да, и там 15-20 квартир, и все тоже хлопают дверьми. Нет, там только 2 1+1, 2 2+1. В сумме в двух блоках получается 79 квартир. Куда мы дели одну квартиру? Одна квартира потерялась, потому что там ресепшн. Вид на море 100% с пятого этажа. Инфинити бассейн, открытый бассейн, закрытый бассейн, сауна, тренажерный зал. Обязательно будет электрогенератор, развозка до моря будет. Мы сделали очень большую начинку в квартире, да, очень многое мы включили в прайс. То, что мы включили, другие строительные компании обычно не включают. Главное — это центральное кондиционирование, ВРФ-система. Обычно во всех компаниях это за дополнительную плату. Мы включили это уже в стоимость. При условии, что вы видите по прайсу, что цены и так ниже среднерыночных, а да, помимо этого, мы еще включили туда VRF-систему. На дверях будет стоять смарт-лок, да, то есть умные ключи. Полина, расскажите, пожалуйста, об инфраструктуре. На территории комплекса будет три бассейна. Классический открытый бассейн. Будет бассейн в подземном помещении, закрытый бассейн, которым можно будет пользоваться, да, круглый год и зимой в том числе. Плюс на крыше комплекса будет красивейший с видом на море инфинити-бассейн. Помимо этого, у нас будет еще сауна, тренажерный зал в подземном помещении. У нас будет ресепшн. Помимо этого, у нас будет электрогенератор в случае отключения электричества. Очень зеленая, красивая территория. Обратите внимание, вся парковка, их много, парковочных мест. При этом они находятся по периметру. То есть вы выходите из вашей квартиры прямо в сад, к бассейну. А вам не надо переходить ни проезжие части, ни лавировать между машинами. Да, то есть это все максимально продумано. При этом периметр будет закрыт, будет находиться шлагбаум, будут стоять видеокамеры. У нас 450 метров до моря, при этом конкретно до пляжа где-то 15 минут пешком. То есть это пешая доступность. Помимо этого, у нас еще будет организован автобус-трансфер, который будет отвозить прямо в центр Лонг-Бича. Зная вас, вы, наверное, сами проверяли, уже пешком прошли. Да, я люблю, я всегда проверяю. Отлично. Какой здесь титул на землю? Здесь у нас обменный титул. При этом земля находится в собственности, никакой ипотеки. У нас получено разрешение на высотное строительство. Если клиент не хочет, пожалуйста, с юристом можно прийти в наш офис. Мы готовы предоставить на проверку все документы. Полина, давайте чуть-чуть поподробнее о планировке квартир. Какие квартиры будут иметь вид на море? И достаточно большие площади вы упомянули. Это, получается, не включены туда террасы, которые, как я вижу, тоже весьма большие по площади. Да, абсолютно верно. Я назвала квадратуру так называемую жилую, то есть которая не включает ни лестничную площадку, ни террасу. При этом у квартир 1+1, у них терраса 19 квадратных метров и 13 квадратных метров. То есть это плюс той квадратуре, которую я назвала. У квартир 2+1, у них террасы по 24 квадрата. По поводу вида на море. Два блока расположены таким образом, чтобы из каждой квартиры был вид на море. Единственный момент, что из каких-то квартир из всех окон будет вид на море, а из каких-то квартир будет, там, например, только из одного окна вид на море. Да? В зависимости от этого всегда можно проконсультироваться с нами, да, и мы подскажем квартиры с наиболее удачным видом на море. В комплексе будет очень хороший стандарт отделки, который очень сильно отличается от других строительных компаний. Наша компания строит из двух кирпичей шумоизоляции. Помимо этого, мы сделаем теплые полы в санузлах. В санузлах будет вентилятор. Помимо этого, в стандарт, то есть в цену, которую вы видите в прайсе, уже входит центральное кондиционирование, так называемая VRF-система. То есть инвесторы за счет приобретения у нас сразу экономят на приобретение кондиционеров, на установке теплых полов. Помимо этого, на дверь мы обязательно установим магнитный ключ. И это особенно интересно для клиентов, которые планируют сдавать. То есть они удаленно смогут контролировать всю эту систему. Соответственно, это тоже дополнительная экономия. Наш расширенный стандарт, который включает в себя все эти опции, позволяет инвестору дополнительно сэкономить минимум 3-4
3-4 тысячи долларов. При этом мы даже на сегодняшний день, нам сложно предсказать, в 2025 году какие будут цены. Кстати, да, сдаваться комплекс, выдача ключей будет в июне 2025 года, то есть уже через 2 года. Спасибо большое, Полина. Вы, как всегда, обворожительны, убедительны. Спасибо большое. Торопитесь, друзья, проект очень интересный. Да, и спецпредложение будет действовать всего лишь 3 недели, успейте приобрести. Так, друзья, мы переместились на локацию проекта. Вот на этом поле будет располагаться стройка, сдача 25-й год, титул обменный. Обратите внимание, до дороги около 100 метров, это основное шоссе, которое идет вдоль побережья. За шоссе, вот за этими зелеными насаждениями, примерно в 300 метрах от дороги, начинается море, шикарный песчаный пляж. В завершении сегодняшнего ролика хочу сказать вам, что данный застройщик весьма надежен. Он известен нам уже по проектам, и вы могли это видеть на нашем YouTube-канале. Проект Orchard, проект Elysium – это весьма хорошие, успешные проекты. Хочу также отметить, что в соответствии с новым архитектурным планом развития региона Эскеле, высокоэтажная застройка в регионе Лонг-Бич запрещена. Чтобы построить высокоэтажные здания, нужно получать специальное разрешение. И на данный момент такие разрешения не выдаются. То есть строят те, кто получил разрешение на эту стройку заранее, в далеком прошлом. В свете вышесказанного хочу отметить, что апартаменты, имеющие прямой вид на море, да еще в такой хорошей локации, это очень перспективное приобретение или вложение. И количество данных апартаментов со временем будет ограничено, их не так-то будет и много в продаже. Также хочу напомнить вам, что проект Ocean Life, о котором я упоминал в прошлом ролике, успешно стартовал, начаты продажи. Произошла громкая презентация этого проекта, на которой были приглашены высокие гости. Выступал президент Северного Кипра. Проект весьма амбициозный, интересный, перспективный, с богатой инфраструктурой. Напоминаю вам, что вы также можете приобрести апартаменты в этом проекте. Пишите, звоните, мы вам подберем интересные варианты. Ну и, конечно, вы всегда можете получить персональную подборку объектов недвижимости, заполнив анкету под описанием, где вы можете указать свои критерии, и это будет подборка именно отвечать вашим запросам. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться. Желаю вам крепкого здоровья, всего наилучшего, успехов во всех ваших начинаниях. С вами был Айрат. Вы были на канале Живой Кипр Суркон Эстейт. Всем пока!